Всем привет! Итак, мы начинаем мой новый цикл моих прохождений. И это будет Resident Evil Remake. Ну, пару слов о Resident Evil Remake. Это ремейк одноименной игры Resident Evil, которая вышла в 2002 году на Nintendo GameCube и благодаря энтузиастам перепортирована на компьютер. Благодаря чему я сейчас ее и буду проходить. Resident Evil. Так. Здесь у нас, по-видимому, уровень сложности. Так, ну Mountain Climbing это вроде как забирающийся в горы, а Hiking это просто прогуливаться. Ну, первый посложнее уровень, возьмем его. Мы же любим трудности, не так ли? Так, персонажи Крис Редфилд, как и в оригинальной первой части, и Джилл Валентайн. Это бойцы отряда Альфа, спецназа Старс. Ну, возьмем Криса. Возможно, в дальнейшем я сделаю прохождение за Джилл. Ну а пока смотрим видео. По возможности буду стараться вам переводить, хотя с английским я не очень силен. Ну, как известно, в 98 году корпорация Umbrella начала свои, проводила свои исследования, как бы, с вирусом. Ну и произошли в дальнейшем утечки вируса. И для того, чтобы выяснить, в чем была причина, был отправлен спецотряд Старс, в частности команда Браво, для проверки всего, что здесь произошло. Вот. Ну потом связь прервалась. И на поиски отряда Браво пошел другой отряд, отряд Альфа, в которого входят наши старые знакомые Альберт. Ну да, и Альберт Вескер тоже считается здесь главным. Ну а также Джилл Валентайн, Крис Редфилд, Джозеф Фрост. Кстати, вот он на ваших экранах. Ну, еще парочку солдат. Ну, и они пытаются разузнать, в чем здесь причина. Что с отрядом Браво и вообще, что это за странное исчезновение. Бедный мужик пошел на корм собакам. Что ты, Джилл, стоишь? Беги, роняя кал, пока не съели. Пошли! Уносим ноги! Ну а вертолет обделался и решил свалить по-быстрому. Шевелите ягодицами, убегаем! Ну и наши четыре друга решили спрятаться в особняке. Добро пожаловать
возрождающийся страх, так можно сказать. Капитан Вескер, Джилл и я попали непонятно куда. Все живы. Где Берри, мать его? Да-да. Кто там балуется? Я пойду посмотрю. О, хорошо, мы тут с Джилл немного поразвлекаемся. Крис, не ссы, все будет нормально. Итак, наше путешествие начинается. А сейчас нам придется привыкать к долбанному управлению. Так как, ну, я никогда с таким не играл. В четвертый тот же Resident Evil я играл, старался играть на джойстике клавиатуре как-то, поэтому придется привыкать. Так, нашли какую-то изоленту. Кстати, у нас здесь инвентарь такой. Слева здоровье. Пока в распоряжении у нас есть нож, есть зажигалка. Ну, можно вот посмотреть ее, открыть, закрыть и так далее. Так, у нас, кажется, у нас есть карта. Да, вот есть карта. Но она, видимо, открывается по ходу нашего передвижения. Файлы есть. Здесь очень много всего написано на английском. И тут, видимо, какие кнопки за что отвечает. Как посмотреть свой статус. Смотреть карту и т.д. и т.п. Ну, я надеюсь, мы разберемся. А вот не бесцвечные, что какие цвета на картах обозначают, что где красные двери, белые двери. Но это, видимо, по четвертой части нам будет знакомо, я думаю. Использовать оружие. Как атаковать. Короче, надеюсь, мы разберемся. Так. Так, здесь походу он говорит, что здесь только свеча, что ли, на столе. Так, вот как можно атаковать. Ну вообще, кто не играл в Resident Evil первый, можете как бы не уходить сразу, потому что в ремейке какие-то моменты переделаны, то есть есть какие-то новые сюрпризы. Ну, им тоже будет интересно. Я здесь вот печатная машинка, можно сохраняться. Я, например, в первую часть, ну как сказать, ну практически не играл, так чисто ознакомливался, можно сказать. Давно это было, где-то в начале 2000-х. Зажил так немножко. Так что для меня все новое, и поэтому можно будет сказать, я играю в режиме онлайн, в режиме реального времени. Так, интересно, вазу можно разбить? Инкрустированная штучка. Да, это, видимо, не Resident Evil 4, и вазы тут хрен разобьешь. Ну ладно. Идем вперед. Конечно, камера здесь оставляет желать лучшего.
Так, что здесь у нас на полу? Bloodstains on the floor. Hope this did come from your friends. Какая-то бяка на полу. Надеюсь, она не доберется до друзей, что ли. Какая-то эмблема. From the status screen, select an item and select the exam. А, ну здесь. Здесь, короче, дырка. Так, посмотреть, что за эмблема. Эмблема. Я не пойму, как мне переключать. Ну ладно. Ничего такого. Ну ничего так ничего. Так, кстати, я что-то не понял, что у нас с лентой стало. Было 3 ленты. Стало вдруг 2. Куда я ищу? Ну ладно. Так. Что здесь? Опять ничего особенного. Часы. Что скажешь про часы? When the two have run each other through the path to your destiny will open. Что-то когда будет 2 часа, судьба откроется, что ли? Непонятно. Картина с двумя рыцарями. Меч был воткнут в грудь одного рыцаря. Длинный меч был персет. А, был пронзил голову другого. Возможно, это какая-то загадка. Да ладно, пошли дальше. Здесь будет, видимо, полно загадок. Как и в Silent Hill серии. Какой-то коридор. Не люблю, конечно, такой вид камеры. Опа! Что это? Голодные дети по Волжье. Господи, какой симпатягой! Отвяжись, гад! Не надо ко мне лезть обниматься. Черт, надо отходить. Да елки-палки. С этим управлением. Так. Бежим, бежим, бежим. Надо нормальную стойку принять. Ты урод, иди сюда, я тебя сейчас подчикаю. Слышь, бабло есть? Дай закурить. Чёрт, меня загрызли, это как так?
Да, неудачная встреча с местным обитателем особняка. Ну ничего, у нас есть старое доброе сохранение. Так. Гадство. Сейчас все по-быстрому сделаем. Возьмем щит. Это мы все слышали. Не, ну реально неудобно. Я не привык к таким видам борьбы. Поэтому пойдем еще раз зомби разбираться. Слышь ты, товарищ зомби. Давай, подходи, гад. На тебе, на. Блин, и даже не написано, как вырываться. На тебе в пузяку. Да что ж такое-то, а? Черт, никаких медпомощных средств. Спасибо, закрыто с другой стороны. Откройте там. Как вы видели, может, изолента будет, поможет не увеличиться. Да, вряд ли. Так. Быстрее, быстрее. Где же горячее оружие-то? It's carved into the lock. А, эмблема поможет, что ли? Эмблему, что ли, надо здесь использовать? Нифига. Блин, а. Тяжело с одним ножом-то с зомби воевать. Элеватор, он же лифт. Так, посмотрим на карту, что у нас. Понятно. Так. Что-то какие-то стены, он что-нибудь скажет? Нет, ничего не хочет говорить, прости. Черт, мне уже страшно с этими зомбами встречаться. Эмблема меча. А у меня только эмблема щита. Черт, значит, надо идти к зомби, что ли? Блин, а как же его зарезать-то, а? Ой, господи, он уже сюда идет. На, не подходи ко мне, урод! А, блевал меня, как тебе не стыдно. Ой, еще обглодал мои конечности. Не, надо что-то думать, как его убить-то. That gunfire, Kate Chris. You got it, Wesker. Я хотел попробовать вернуться обратно, Веска сказал, козел, нам тут и без тебя хорошо. Иди дальше и прочищай местность. Так, вариантов что-то как-то вообще
не осталось. Надо идти сквозь зомби. Зомби так просто не убить. Это не в четвертой части, где они попадание в голову начинают корчиться и... Короче, тут надо что-то думать. Может его изолентой залепить. Почему щит нельзя использовать? Так. Он зада может бежать. Слышь ты, козел. Сейчас будем рубить и отходить. Да, гадство, он сразу обниматься лезет. Отпусти меня, гад. Короче, бежим нафиг, пока он тут валяется. Corpse of your comrade Ken. Так, выглядит, что он что-то зажал у себя в руках. Это один из наших напарников из The Film That Blew. Yes, I need a video player to see. Ага, значит, нам надо видеомафон посмотреть, порнушку. Блин, чё, у него там патронов нету, что ли? Валим отсюда. Better report back to Wesker. Эй, отвали от меня, гомосек ходячий. Бежим обратно к Вескеру. Вескер здесь выступает как капитан такой нашего отряда. Кто играл в пятую часть и знает, ну и вообще более-менее разбирается в истории, знает, что Вескер не такой простой. Он возглавил команду Альфа, чтобы заманить сюда весь отряд и попытаться... Ну, там, провести опыты, что ли, т.д. и т.п., короче. Все сложно, Вескер не так. Так, стоп. О, все, я понял, что это за лента. То есть, лента позволяет нам количество раз сохраняться. Ну, надеюсь, на этот раз Вескер нас с объятием примет, скажет, вот я тебе принес порнуху, на, смотри. Опа, они уже свалили. Уединились уже, да? Все понятно, вот так вы относитесь к Рису. Мне самое интересное, куда делся четвертый наш член команды. О, это вообще великолепный пистолет, то, что нам надо. Кстати, куда делся пистолет... этот самый Криса, он же был с пистолетом, или он его уронил, когда бежал? Вот этого я не пойму. Короче, как всегда, много вопросов, мало ответов. О, синенькая дверь, то есть мы можем уйти отсюда, свалить поскорее. Хотя свалить, чувствую, не получится, потому что это... Все, вооружаемся пистолетом. Потому что там собачки нас ждут. Не все так просто. Ну, попробуем выйти. Посмотрим, что из этого выйдет. Ага. А-а-а! Насилуют! Я же говорил, там с собаки не все так просто. А ты, собака, отпусти меня. Черт, чтоб я еще раз так баловался.
китайский стиль. Кац, тут дайте травы какой-нибудь. Я уже все на пределе своих возможностей. Пошли исследовать другие части. Ух, да, тяжело, тяжело, конечно. Ну что сделаешь? Опа, это что такое, ваза? Drawing water. И что дальше? Посмотри, у нее наверху что-то есть. Как это достать? Понятно. Что-то я не пойму. У Криса всего 6 ячеек для инвентаря, что ли? Короче, фотографии какие-то. Нам сейчас необходима какая-нибудь аптека или что-то в этом роде, потому что в таком состоянии мы долго не протянем. Интересно, если сзади к этой тетке подойти. Неплохо выглядит. Да я понял, что она driving water. Ты посмотри, что у нее там блестит. Здесь, кстати, вещи некоторые не подсвечиваются. О! Теперь я понял, что надо сделать. Давай, слазь! Залез, понимаешь. Так. Как теперь вот это толкнуть? Давай, Крис! Ну! Ай, как же все неудобно-то. Так, он сзади-то. Как ее на себя потянуть? Крис, ты можешь это... на себя. Черт, как-то вообще не очень удобно все сделано. Чтобы он толкал, надо кнопку вверх уже. Так, сейчас, видимо, наверное, в тот проход надо встать. Пролезешь. Да что ты делаешь? С этим я тут могу. Только вверх толкает. Так, сейчас попробую дверь обойти. Опять эмблема меча. Спускайся. О, ой, господи, ну наконец-то. Черт, а как с той стороны это толкать?
Блин, не надо залазить. Слазь давай. Толкай. Тяни, толкай. Раз, два. Теперь залазь. Да залазь, я тебе говорю. Какой непослушный Крис. Ну что, не дотягиваешься? Чёрта. Так, как же перетащить-то? Пока пауза в игре. Короче, мне пришлось перезаписаться, так как я загнал эту тумбу в угол, и ни хрена ее никак не повернуть. Спасибо господам разработчикам, что они так здорово все сделали. Так, ну вот, поднимаемся. Карта особняка, первый этаж. А, вот оно что. Всего лишь карта, а я, блин, надрывался. Ну да ладно. Так, как этажи-то переключать? Право-влево не действует. То есть это была всего лишь карта, ничего такого сверхъестественного. Ну да ладно. Что у нас здесь? Картина не хочет ничего говорить. Ну ладно, не хочешь, так не хочешь. Какие-то покрывала. Все прям надо. Ничего для использования здесь. Airy Picture of the Mansion. Не знаю, что такое Airy. Картина, короче. О, здесь, оказывается, проход есть, надо же. Так, впереди длинный коридор, и все, и тупик там дальше. Интересно. Что-то здесь все под покрывалами. Различные арты. Арты-шмарты. Так, что-то светится. Даггер. Хм, что за даггер? Defensitons, such as daggers, will allow you to escape momentarily when grabbed by an enemy. However, you will not be able to escape. Сзади. Liquidity defense target is not screening. Защитная какая-то штука, что ли, что-то я не совсем понял. Вот они, defense. Ничего не понял. Ладно, стараюсь в паузе перевести более точную характеристику. Да, черт, кто там? What the fuck? Опять красавец идет. Это
вали от меня, зомбак долбанный. Черт, их так просто хрен вынесешь. Откуда он вообще взялся? Тут можно умереть в любой ситуации. Да ладно. Высокая опасность. Ладно, пошел сохраняться. Увидимся в следующей части. До встречи.